Начнем с событий шестилетней давности. Тогда православные березняковцы хотели установить поклонные кресты на въездах в город. Такие божественные символы издревле размещали вдоль дорог, как бы благословляя путников. Так вот, 3 июня 2015-го благочинный Северного округа отец Сафроний вместе с представителями администрации отправились на самую высокую точку трассы Березники-Соликамск, чтобы оценить возможность установки одного из крестов. Идея оградить город духовным щитом возникла у священнослужителей. Ее моментально поддержали власти и общественность. Все быстро и активно подключились к процессу, а потому кресты были установлены уже через пару недель. В 2016-м в этот день на улицах Березняков состоялась масштабная акция. В преддверии Всемирного дня охраны окружающей среды по пятилетке прошлась эко-колонна, к которой подключились несколько сотен человек. В их числе воспитанники школ и дворцов творчества, сотрудники природоохранных структур, коммунальщики и представители промпредприятий. Далее всех пригласили на праздничный концерт у памятника-озеленителю Валентину Миндовскому, а завершилось мероприятие высадкой 5 кедров в треугольном сквере. В 2019 году 3 июня жители Яйвы вышли на митинг. Причиной его стала реорганизация системы бюджетных учреждений, объединение поселковых больниц и школ с городскими. Уничтожение образования – это убийство народа. С этими и другими лозунгами на плакатах выступили яйвенцы около 33-й школы. Также жители Яйвы мечтали реанимировать больницу в поселке, чтобы в ней вновь появились родильное, гинекологическое и хирургическое отделение. Однако пикет не вызвал никакого внимания властей, а время таки расставило все на свои места. Сегодня жители Яйвы ездят в краевую больницу имени Вагнера, а березняковские врачи, в свою очередь, регулярно организуют выездные приемы в населенных пунктах территории.